Batmobile. Ага. Они полюбопытствовали, а вдруг я не коммунист? А там, ну не знаю, Greenpeace. Ой. Как семья? По папе скучаю. Твоя-то как? Да откуда мне знать? Я их уже месяц не видел. А теперь мы тут застряли. Точно. Кому все это сталось? Ага. А кто будет детей твоих кормить? Может, штурмбанфюрер? Эх, что за жизнь? Может, бросить все? Взять семью да сбежать на Ганзу? Не ты первый, кто об этом думал. Их всех повесили. Ублюдки. Все-таки в пехоту попал. Так, а ты умрешь? А? Вот хороший план. Окей, так. С этими разобрались. Как прокрасться мимо вот этих деятелей? Вот тебе что, даже гражданских не жалко? Поздно жалеть. Пора было там привыкнуть. Хорошо лежит, только съезжает. Ладно. А, я тут мог пролезть. Эй, кто здесь? Кто здесь? Там вроде... А? Кто-то... Ну-ка... Кажется... Ну вот здесь же. Вроде точно здесь. Порядок. Точно же были же шаги. Так. Грибы какие-то не те. Может, конечно. Почудилось? Да, грибы истинно не те. Истинно почудилось. Так, вот это освещение светящее в нашу сторону. Только к нему никто не прикоснется. Что такое? Здесь? Шорох.
шорох. Так, а если тебя вот там пристрелить? А ну стой! Что стой? Кто стой? Где? Да вон же! Так, сюда вы пока не поднимаетесь. Да, могу. От нас не спрячешься. Вот же. Так, на баночку уже было пофиг. Внимание, граната пошла! Кидаю гранату! Убитый! Тревога, трассы идут! Убитый! Так, хорошо. Отлично, я бы даже сказал. Так, это не человек. Хорошо. Отлично, да. Так, стоп, я отсюда. Так. Сабаута у вас, ребятки, нет. Я понял. Фига себе, это еще что за жесть. Нет, ну пока это менять не буду. Надо будет там посмотреть на у торговцев на предмет такого. Да вот что это и зачем оно нужно? Пролезу-ка я тут или не пролезу? Пролезу. Так, тут книги. Не могут меня там найти. Ничего, Омега, прячься. Недолго осталось. Ага. Может и недолго, но вам и того ничего. Так. А тут? Черт ушел. Ну? Так. Потери! У нас потери! Нашего убил! Сы! Ну-ка, муняка, ты допрыгался! Да, конечно, допрыгался. Вы меня найти не в состоянии. Еще что-то мне рассказываете. Ну,
Так, так, так. 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 Я бы их мог, конечно, бы попробовать так пострелять, но увидят, что заразы. Ну что, пошли искать комиссарчика? Мы пошли. Только может и не комиссарчик это. А кто, черный обходчик? Как же он не мутант, если коммуняка? Ты чё, они, конечно, не на человеке, но не все же мутанты. Ладно, поймаем и разберемся. Тут чисто. Ищем. Угу, ищите. Ну как? Ничего, коммуняка. Прячься! Недолго осталось. Блин, он прячется, мутант. Значит, трусит. А тут? Не, тут увидят. Вроде пока не спалили. Конечно, не топовый способ все это проходить, но... Уф, как есть. По идее, потеряли. Сколько вас еще интересно? Один, два. Так, нет, сюда не пока рано. Пока рано. Так, это открывается? Нет. Хе, хорошо его приложило, прям рукой в стену. Так, что я тут нашел?
Я нашел тут нифига. Свечи-то все. Это совсем нифига. Ладно. Хорошо. Можно на того, значит, не обращать внимания. Так, патроны на эту штуку у меня катастрофически кончаются. К сожалению, историю я не успел послушать. Тревога, красная! Тревога, враг! Что? Где? Откуда? Как откуда? Из темноты. Да, кажется, меня таки наконец-то спалили. Так, мужики, ловите. Сука, красная нашего убил! Ага. Они полюбопытствовали, а вдруг я не коммунист? Там, ну не знаю, Greenpeace. Так. Так. Так, так. В автомате есть чего нету? А, это сада. Собственно, а что я должен сделать? Пробраться сквозь станцию. Ой. Окей. Наверное, сюда. Судя по точке сохранения, да, сюда. Еще вижу ловушку, которая заготовлена для тех, кто дернет вот это. Или не вот это. Это просто бы взрывалось. Нифига мне не нравится этот звук. Да. Да. Что, паутины? Так. Где эти? И чем это мне грозит? Вот все самое главное. Артём, братишка, о, ты это сделал! Залезай сюда и передохни. О, с удовольствием. Так, тут лута нет. Видимо, нет. Ладно, тогда выключим свет и поехали. Фу. Скоро мы будем в полисе.
черт. Просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое, что-то страшное. Опять глюки. Страх. Мы слабы. Мы убьем. А, выпустите. Даже если отец и мать ненавидят и бьют чадо свое, чадо любит их и старается понять. Мы любим вас и хотим помочь. Чё? Блин. Беги, Артём, беги! Да, бежать это хорошая идея. Идите нафиг! Не-не-не-не, нафиг. Это единственный выход. Что мы потом будем делать? Нас должно будет отпустить. Трудно описать, что я чувствовал в тот миг. Я падал с ног от усталости и в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в полис. И теперь... Судьба моей станции в руках куда более сильных, чем мои собственные. Я выполнил свою миссию. Эй, вы на дрезине! Глуши мотор! Не двигаться! Назовитесь! Ми фашистен! Приехать захватить ваш станция! Ульма! Ты что ли? Повезло тебе, что Иван Петрович тут нет. Он бы твоего юмора не понял. А это кто с тобой? Парнишка с северных границ. Веду его с черной. Ну ладно, проезжайте. Там и черный похож на фашиста? А? Ну, видимо, нет. Хотя какой-то из меня странный фашист получился. Тут скандинавский. Красота! Хорошо вообще устроились, а? Ух, нифига себе! Не, нормальные дома. Ладно, пошли. Ну, пойдем. Добро пожаловать в полис, капитан Краснов. Вы к нам издалека, да, молодой человек? Откуда именно? Он с ВДНХ. Что же он сам говорить не может? Слушай, капитан, парень впервые в полисе. Тебе лучше не знать, через что он прошел, чтобы донести послание Хантера Мельнику. Так что давай без этой твоей фигни. Ладно, ладно, переодевайся. Вот одежда. Вы можете оставить свою амуницию тут. Ничего с ней не случится. Ага, да, конечно, не случится. Так я тебе поверил. Ой-ой-ой-ой. Ты передохни пока, Артём, а я разыщу Мельника. Надеюсь, он не на задании. Да, Ульман, и не забудь поскрести себе спинку в химическом душе. Нужно деактивироваться. Да не забуду, не забуду. Забудешь с тобой, как? А то смотри, двухголовые детишки родятся. Идиот. Так, ладно. Здорово. Ну, положим, здорово, так. Ой, мама. Попозже еще завезут. Да, уж надеюсь, что завезут. Так, что у нас тут? Я туалет хочу. Раньше надо было. А пока бери, подожди. Бери. Ну, папа. Тебе спасибо. Обмен патронов. Лучший курс во всем метро.
а потом я просто ждал их на черной. Кстати, фашисты ее все-таки захватили. И совсем немного осталось. Я все ближе. Да, ну как всегда. Все как делается у нас. При помощи молотка и такой-то матери. Ого! Для тебя берег. Пользоваться просто. Берешь и стреляешь. Ничего себе! Калаш 2012. Так. Обычный что ли калаш махнуть? Ладно. Рискну. Отличное оружие. Не пожалеешь. С твоим барахлом придется доплатить. Ну ладно. Договорились. Посмотрим, что есть. Так, прицел, ночного видения, да. Так, лазерный прицел, да. Так. Ну, в принципе, неплохо. Так, дробовик явно не нужно. Так, более прогрессивный снайпер кинет. Я мельник. Рассказывай. Сюда. Я, очевидно, что-то ему толкаю. Все ясно. Спасибо, что сумел дойти. Это почти подвиг. Я созову срочное собрание. Тебя пригласят на него тоже. И ты им все расскажешь. Все члены совета, пожалуйста, соберитесь в зале заседаний. Повторяю, всем членам совета просьба собраться в зале заседаний. Проводи парня в зал заседаний. Чё себе? Кто-то важные места ведут, да? Не, ну вот на кой ты так накидался, братан? За тебя! Как-то быстро мы стали заседать. Как не в России живем с ее бюрократией. Ох. Ну да, времени прошло. Невероятно. Артём, не верю, что совет отказался помочь твоей станции. Мне просто стыдно за их трусость. Но Полис еще не все метро. Есть и другие люди, которые встанут на защиту метро от черных. Слушай меня внимательно. Охотники обнаружили сохранившиеся ракетные базы в Московской области. Может, нам удастся привести одну из них в порядок и нанести удар по логову черных. Мои разведчики обнаружили нечто похожее недалеко от ВДНХ. Беда в том, что запустить ракеты можно только из командного центра, который находится где-то в Т-6. Но где, мы не знаем. Но мы хотя бы знаем, где искать информацию об этом. Прямо над полисом, на поверхности, находится гигантская библиотека. Это очень опасное место, но в ней есть тайный военный архив. Нам нужно туда попасть. Ты поднимешься прямо отсюда. Я пойду вперед. Доберись до входа в библиотеку. Я буду ждать тебя там. Да, и вот еще. Возвращаться мы будем не сюда, а сразу на базу Спарты. Мои люди встретят нас там. Окей. Так, о. 2-0. Хорошая штука. Так. 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 Решение совета стало для меня ударом. Но план Мельника подарил мне надежду. И вот вновь я отправлялся наверх, в город, искать секретный командный пункт. Чего ты так дышишь-то? Так. Вот. Ну все, хоть левое дыхание прошло. Так, аптечки на максимуме, все на максимуме.
Так, надо еще будет посмотреть, этот калаш 2012 работает. Так, ну в принципе, конечно. Так. Как я удачно зашел. Так, едем дальше. Ты ко мне, зараза, стоишь задом, к лесу передом. А ну-ка. Сойдет. Упс. Сойдет. Мельник там фигней занимается. Так. Ну, вроде бы палева нет. Хорошо. Хотелось бы добраться до библиотеки без эксцессов. Ради разнообразия. Кажется, меня спалили, да? Нет? Отлично. Так. Ой, ты же библиотека, да? Так, нычкуемся, нычкуемся. Еще много всяких левых личностей летает. Перепрыгнуть не могу, придется обходить. Так. Ладно, понял. Еще кто? Еще желающие есть? Видимо, есть. Ладно. В очередь. Ой, мама дорогая. Неплохонько так. Ауч. Перезаряжайся, что быстрее. Ауч! Так, калаш в руки. Так, отлично. Так, это ты вовремя.
меня сейчас это... Эти гады еще перестанут мешаться. Круг, быстро! Ах, господи, что ж ты мне постоянно ставишь деньги в качестве боезапасов? Держать круг! Кто и откуда? Ух ты! Так, ты еще жив, да? Теперь не очень. Что там? Ниже. О, ты! Ой-ой-ой-ой. И люди. Да черт, что ж такое? Почему вечно? Так, где? Наконец-то. Вот ты где. А мы уже волновались. Помнишь, что надо делать? Нам нужно попасть в военные архивы, а не где-то под главным залом. Ладно. Хватит морозить себе пушки. Пойдем внутрь. Угу. Это хорошая идея. Очень хорошая, я бы даже сказал. Сюда залез? Что-то заперло, да? Оу. Смотри-ка. Больно. Окей. Ба! Долбаная мелочь. Так, еще нужно как-то туда попасть, да?
если сделать так? Нет. Ну не взрывчатку же мне туда швырять. Правильно. Оу. Ауч. Нет, это фиговая идея. Это очень фиговая идея. Теперь его... Ребят, дверь-то откройте. Да я тут с непонятным хоботом. Никуда не уходи, стой тут. На обратном пути мы тебя заберем. Шутка. Еще чуть-чуть, и они бы нас в клочья разорвали. А ты хорошо поработал, Артём. Угу. Типа хорошо, да? О. Вот это я понимаю. Артём, иди-ка глянь. Я его уже обчистил. Это было громко. Это было очень громко. Нет, делов-то, а? Противогазы ты об этом не узнаешь. Да. Может быть. Возможно, сумеешь отпереть двери с другой стороны. У тебя неплохо получается. Ух ты! Ай, вы все, пикник на обочине. Что-то знакомое вроде. Да, что-то знакомое. Окей. Так, не пройду, да? Так, лестница наверх не предполагается, да? Так, ну ладно. Так. И, конечно, против... Ой, нафиг. Против деятелей типа упырей. Ну, так, сгореть она не хочет, ладно. Так, на всякий случай пошкирюсь, наверное. Нет, не получается. Где-то же должен быть ключ в таком случае, я думаю. Надо его только найти. Возможно. Так, а может он тут? Нет. Значит, где-то здесь. А, так. Патроны... Ключа не наблюдается. Может, он там был? Не знаю. Так, нет, очевидно, не было. Так.
Так, ладненько. Застрял в люстре. Нет, это не то. Так. Как всегда, ответ должен быть очевидным, но я его в упор не вижу. А. Угу. Ну да. Отлично. Данила, пошли. Чуть не нравится мне это дело. Так, мужики, как-то вы напряглись. Это выглядело великолепно. Библиотекарь. Чё? Артём, слушай внимательно. Библиотекари — одни из самых опасных созданий в этом мире. Если когда-нибудь, не приведи Господь, встретишься с одним из них, ни в коем случае не нападай. Но и убегать нельзя. У них есть одна особенность. Пока ты смотришь им в глаза, они тебя не тронут. Обернешься к ним спиной — тебе конец. Если они начинают нервничать, отходи спиной, не спуская с него глаз. А выстрелишь, вообще больше ничего не увидишь. Угу. Данила, гади! Что, опять? Данила! По-моему, ему не понравилось. Свалил. Данил живой? Вроде живой. Нет. Он все еще жив. Артём, я должен отнести его в полис. Прости, но карту тебе придется искать самому. Вот схема помещений. Вход в военный архив находится где-то на первом этаже. Туда ведет дверь, в которую убежал библиотекарь. Мало времени остается. Скоро закат. Найди архив. Я вернусь, как только смогу. Угу. Только что-то мне вся эта фигня не нравится, Мельник. Очень не нравится. Вот прям, ну ни капли.